Всем привет! Канал Ирина Цифики. Небольшой обзор из бау-центра по улице Селезнева, город Краснодар. Вот пока иду, пеларгония обратила на себя мое внимание. Розовые, малиновые, белые. Белая крупненькая довольно-таки. Тоже одно из любимых моих растений. Цветет, цветимо и прихотливо. Любит по прокладке. Пеларгония 199 рублей. Вот я затормозилась. Там другая фото, другое. Пеларгония. Проверить на горшочек. 100 рублей горшочек. Довольно большой кустик. Бегония. Пеларгония еще раз. 100 рублей. Такая еще с белой серединкой. Бегония. Бегония яркая, очень красивая, желтая. Мне больше лососевый цвет нравится. Бегония 699 рублей. Ну и цикламены. Цикламенов было море. Вот такие мини 469 рублей. И вот столик с орхидеями, совсем беленький. Там медленнее осталось без внимания. И вот такие минички, мультифлорки. Совсем маленькие. А цена, вот, смотрите, 1190 рублей. Для миников, конечно, очень дорого. Хотя... Когда последний раз я сюда приезжала, да, тут цены были огромные. Не хотела даже снимать, но все-таки решилась. Там спрашивали у меня красивые беглипы. А тут несколько беглипчиков. Сейчас покажу. Вот, тоже красавица сортовая. Она на самом деле ярко-желтая. С бордовыми выпуклыми пятнами, полосками. Камера высвечивает, смотрится бледнее. То же самое вот с этим беглипчиком. Он довольно нарядный, яркий, желтый с бордовым. Ну вот, смотрите, он бледненький. Цена 1390 рублей. Ну да, дешевле. В принципе, везде такая цена сейчас, ну около. Только Леруа бывают дешевле. На данный момент Манхэттен, настоящий Манхэттен. Если кому-то нужен пюстенькие фаленопсисы. Вот такая желтая дубовая красота. Ну, такие красотки на самом деле встречаются и подешевле. Вот еще один беглипчик. Я имею в виду Леруа, такие вот и стоят, они подешевле. Что получше, поинтереснее сорта, вот хороший кустик. Их разбирают быстро, а вот такие стоят. Поэтому, если кому-то приглянулся такой цветочек, можно купить и Леруа. Ну, это я уже говорю, на будущее кто-то заказывает вот такой. Наподобие мне заказывали, но мне показалось, что все-таки темнее. Немножко другой оттенок бордового. Не стала я писать и звонить. Ну и как бы по цене тоже. Все-таки стараюсь подешевле найти. Если вот такие стоят в Леруа, постараюсь найти в Леруа подешевле. Потому что еще упаковка, пересылка. Ну, дорого выходит. Так, орхидеи сейчас дороговаты, скажем так, с каждым годом уже не успеваем за ценами. Пришла я на оценку посмотреть, что здесь гербера 197 рублей, отличные кустики и цветы, правда, уже засохли, но кусты отличные. Вот оценка, ну, этот корешок, вернее, шейка уже не спасти, 357 рублей. Жаль, конечно, розетка еще жива.
корни тоже засыпают. А это 1287, это уже с уцинкой такой, 1497. Ну вот были на каскаде, ну, вот я смотрю, корни уже сохнут. Такая бывает серая гниль, называется, что корни начинают просто сохнуть. Вроде, почему бы им не расти, это хорошая, богатая, ну растите и цветите. Ну, вот, начинают сохнуть корни, и ну, если только их обрезать и поставить на доращивание корней, влажные условия. Ну вот фаленопсис и все на сегодня, пошла я на выход, по дороге снимаю то, что есть. Мухоловка дельная. Примерно такие стаканчики я делала, когда отсылала мухоловок. Дионея, мистикула. Ну, они любят влажность. 849 рублей. Вот, дошли мы до стола с орхидеями. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока.